Ну, наверное, вот здесь я остановлюсь. Сейчас постелим надувной матрасик. Вот я включил фонарь, вот так я буду спать. Настоящий бушкрафт. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, да? Меня больше смущает утро. Надеюсь, яйца не замерзнут. Почти считайте, что я сплю, можно сказать, в любом случае на улице. Зрелище это не для слабонервных. Ну все, господа, спокойной ночи. Всю ночь крутился, вертелся. Все это чушь собачья. На самом деле, так яичницу я еще никогда не готовил. Погрею хлебушек немножко. Колбаска вкусная. И хлебушек подрумянился, а? Ребятушки, смотрите, с первой же проводки